Бизнес на милосердии берет новую высоту. Профессиональные нищие теперь просят не на хлеб, а на суши и гамбургеры. Собирают на бензин для заглохших иномарок. Или, например, летят в Майами, если кто-то добавит на билет. Московские попрошайки изменили тактику, легенды и места промысла. Особенно много коммерсантов с протянутой рукой сейчас в столичных аэропортах. Денис Восковский продолжит. Международный аэропорт Шереметьево, терминал Д. Люди торопятся к стойкам регистрации. Внимание пассажиров сосредоточено на билетах, документах и багаже. Этим пользуются попрошайки. Появляясь ниоткуда и исчезая в никуда, они стремительно прочесывают залы ожидания. Легенды привычные. Не хватает денег на дорогу. А вот запросы необычные. Женя, так представилась девушка, собирает деньги на билет во Флориду. Якобы друзья позвали в гости. Ну не надо только мне снимать. Впрочем, довольно скоро благодушие поберушки превращается в гнев. Девушка прячет лицо. Если присмотреться, то помимо сотрудников аэропорта и пассажиров, в Шереметьеве можно разглядеть третью, достаточно многочисленную группу. Это люди, которые практически здесь живут и, так сказать, работают. Чтобы не привлекать внимание, одни кочуют из терминала в терминал налегке. Например, этого мужчину мы периодически встречали на всех этажах. Другие, обложившись горами скарба, устраивают основательные стоянки. Свое имущество возят на тележках для багажа и вообще чувствуют себя как дома. Вот двое аборигенов присматриваются к инвалидному креслу. Пока один из мужчин, погрузив вещи, методично перевозит их в другой конец терминала, другой кипятит воду, достает заварку, сахар и открывает импровизированное кафе прямо на креслах в зале ожидания. Поняв, что к нему пришли вовсе не клиенты, хозяин заведения мгновенно свирепеет. Я чего снимаешь? Не понял. Что ты разрешил? Иосиф Францович. Что ты вам разрешил? Руки. Отходи теперь. Что за драма такая? Полицейским, которых вызвали напуганные пассажиры, продавец чая невозмутимо предъявляет удостоверение с криво вклеенной фотографией, где сказано, что Иосиф Францевич Михорский действительно является директором. Чай Коби 50 рублей. 50 рублей. Нет, покупаю. Я могу продавать. Кто? Показала администрация. Администрация показали? Что говорят? Они говорили, что... Администрация разрешила? Так что? Весной правила поведения в аэропортах Московской области существенно ужесточили. В документе отдельно говорено, что в залах ожидания нельзя находиться без билета, лежать, занимая сразу несколько кресел, и уж, конечно, попрошайничать и торговать, чем попало. Работаем сменами круглосуточно, включая выходные дни. Обязательно присутствует сотрудник линейного управления МВД России при осуществлении рейдов по территории аэропорта. Мы знаем всех лиц, которые у нас здесь постоянно обитающие. Они стоят у нас на контроле и проходят по специальному счету. То есть, в принципе, мы знакомы со всеми, все у нас отделоскопированы. Кстати, активное участие в наведении порядка могут принять все желающие и, в первую очередь, сами пассажиры. Обо всех замеченных нарушениях просят немедленно сообщать в полицию и сотрудникам аэропортов. Денис Восковский, Валерий Винокуров, Ксения Рыжова, Евгения Петрова. Вести.